конечно, хотели бы увидеть. Украшено, чтобы было так же, как в Москве. У нас в Севастополе очень бедное украшение к Новому году. Как будто бы Севастополь не готовится к Новому году. Может быть, по центральным аллеям, в принципе, как обычно. У нас здесь район поярче, чтобы был. Парк поярче. Может быть, здесь в парке елку поставить детям. Очень много деток гуляет. А так, в принципе, все хорошо. Ну, не знаю, ну, чтобы дороги, наверное, украсили. Мы больше по проезжей части передвигаемся, поэтому, конечно, чтобы гирлянды было много, чтобы светло было и ярко. Сделайте акцент на детей. Не только на взрослых, но и на детей тоже, потому что дети, ну, им больше всего нравится, когда на улице что-то, чтобы они могли поиграть возле. Даже тоже дерево любое. У нас великолепные деревья, которые можно преобразить. Где-то так возле, для детей, короче, детские площадки. Или можно вот просто где-то какое-то дерево, ну, с детским акцентом. Я хотела бы, чтобы около нашего дома есть сквер имени Блюхера. Чтобы он тоже был украшенный к Новому году. И чтобы улицы так же, как в Москве, вот всякими-всякими там нарядными кружевами новогодними были украшены. Вот сегодня я ехала, кстати, по Большой Морской, и я увидела такие шикарные игрушки на столбах. Мне они очень понравились, то есть шарами. Замечательно, молодцы. Надеемся, что мы будем подходить к ступени ближе к Москве. Потому что там, конечно, действительно просто великолепие полное. Перед носом вот эти елочки украшены гирляндами, как в центре. Иллюминация, чтобы была, чтобы все было красиво, люди нарядные и радостные, чтобы все было хорошо, как обычно. У нас каждый год, на Новый год, иллюминация по городу очень красива. Особенно площадь Нахимова. Чтобы красиво было, чтобы глаз радовало, чтобы было уютно очень в городе. Побольше наряженных стояло елок, огней было ярких, да. Хотелось бы, чтобы вот стремились к тому, какая сейчас Москва. Очень красивая. И хочется свой родной город тоже видеть таким же красивым и нарядным. Красивым, добрым, обеспеченным, ну и так далее. Как обычно, ярким, гуляющим, веселым, доброжелательным. Чтобы он был украшен красиво и ярко. Елку бы вернуть старую, новая как-то. Старая была красивее. А так ничего. На площади Нахимова, я имею в виду. Ну, таким, как можно его видеть, красивым, ярким, праздничным, чтобы все везде все было украшено, там, в цветных огнях таких. Уже даже елка стоит на Нахимова. Какой он есть, он всегда хорош. Вот только хотелось, чтобы побольше порядка было в Севастополе. Вот сейчас пошла на Хрусталку, мазут плавает, и никто не видит. Парк Победы разворотили, никто не знает, что делать. Неизвестно, что будет с историческим бульваром. И с Матросским бульваром что? Вот хотелось бы, чтобы у нас были люди, которые у власти, любили Севастополь так же, как любят его севастопольцы.